Здравствуйте, зрители данного видео, подписчики моего канала. Вот хотел бы показать, как я сделал выгон для гусей. В общем, была проблема в плане, не было из чего сделать временный летник такой. Земля была, из чего сделать не было. Взяли ленту капельного полива старую, ей уже как бы капец был. Натянули ее таким образом и сделали гусям вот такое жилье. Значит, сперва эти, которые помельче, начали пролазить через нее. Пришлось вот так вот из всякого хлама с нижнюю часть немножко отгородить. Старшие не вылазили. Старые гуси нормально, а мелкие, ну, еще подрастут еще пару недель, и можно будет это и поубирать, в принципе, оно особо не мешает. Ну, вот такой получился. Вот такой выгон у нас получился. Из подручных средств, так скажем, гуси теперь могут спокойно себя кушать здесь. Сразу они съели всю траву, которая тут была. Вытоптали за 3 дня. Вот тут у них болото. Болото, одну вещь заметил, сперва этот самый делал. Выкопал яму, в яму запустил воды, плохо. Получается, вода, гуси, да, использовать ее стали сразу как туалет. Воду, соответственно, загадили. Не очень удобно. Вот так вот просто наливаю лужу. Они эту лужу углубили себе сами. И вода не застаивается. Подливаю ее там, с утра бросил. Шланг он брошенный лежит. С утра бросил там ее на полчаса. Она поднабралась, водичка. И она не так получается. Ни тина не зарастает, нигде ничего. Они ее там перемолотили. Конечно, в идеале, ну, перебили там ее, перемешали. В идеале, конечно, было бы всему этому, как это так сказать, всей этой банде надо было бы, конечно, водоем какой-то. Ну, водоема поблизости нет. Поэтому выходим из положения таким образом. Гусята, те, что помельче, в одну банду собрались. У них гусочка есть. Это их мама, она их пасет постоянно. Этот потерялся. Давай, опа! Молодец! Он получился белых там какое-то количество. В общем, будем переполовиним. На зиму так много не будем, конечно, оставлять. А может, оставим всех гусок, оставим, да? Да, да, все. Ну, в принципе, что я хотел показать, из подручных средств вполне можно сотворить некое вот такое подобие. Ну, хотя какая разница, в принципе, временно пойдет, самое оно. В идеале, конечно, там сетку купить, эту рабицу. Но у нее цена, у нас сейчас 300 гривен 10 метров. Там, если разобраться, будет метров 5, ой, 5, метров 8. В общем, мне вышла бы эта фигня несколько тысяч. Я лучше эти деньги потрачу на какую-нибудь полезность, типа корма там, я не знаю, прикорма какого-то. Или еще каких-нибудь куплю. Да, как разноманитим, как бы сказать. Сукров. Да. Там не то, что кровь, можно вон индаута каких-нибудь, да, еще что-нибудь в этом роде. Какую-то такое попробовать, что-то еще. Чем потратить их просто на сетку. Эта дрянь, она не гнить не будет и простоит тут. Я не знаю, сколько надо, столько и простоит. Конечно, может, оно не супер там красота такая. Ну, мы живем как бы в селе. Ну, как в селе. Как это называется по-русски? В ебенях. И, соответственно, блатовать мне, понтоваться не перед кем. Главное, что живность себя чувствует хорошо, вольготно. Территория большая, гулять им тут не перегулять. Потому что, ну, как бы зимой они просидели в сарае долго. Здесь хорошо им будет, да? Да. Ну, как будет, они уже тут сидят вторую неделю. Им уже хорошо. Сидеть и до снега. Они даже и не это самое, особо и не разбегаются. Первые, он, которые были с выводки, уже повырастали, вот здоровые уже стали. А ну.
уже оперились. Подержи меня. А уже это, как у взрослого оперения. Да. Вода почти непромокаемая. Уже водичку можно пускать свободно. Да, но я показывал, как я воду сделал. Не глубоко получается. Если яма не глубокая, и молодняк там купается, и у них перо не промокает, и да, пух. Да. И они не это самое, не болеют, не замерзают. Но уже и температура нормальная. Они у меня и зимой, и днем сидят здесь, в этом выгоне, в принципе. Чувствуют себя нормально. Да, я же повторюсь, я сразу сделал, он говорит, не закрой за мной, сниму, как вот купается дурачок. Сразу сделал, выкопал яму, сделал такую, как прудик сделал маленький. Плохо. Чтоб там ни было, они туда ходят гадить, в первую очередь. И их никак не отучишь от этого. Он сразу утром встал, пошел там, пернул как следует. Вся вода в говне. Да елки-палки. Тут же эту воду пить начинают. Ну, дурачки, ну что с них взять? Как в природе. Ну, привыкли в водоеме, да, жить. Ну, в общем, получается, не оправдало. Он даже там плавать умудряется. Они сами, кстати, углубили дырку себе. Вот циклюми там что-то роют, корни какие-то достают. Как им надо углубили, им достаточно, чтобы было вот такой глубины, буквально там, ну сколько там сантиметров, может, 10, да? Лапами, да. Да, вот он ходит, видите, он залез, спокойно там покувыркался, покупался, все, почистился. И довольный вышел, и перо нормальное становится, не обосранный, нигде ничего. Он крыльями машет, да что коршун, елки, сейчас бы на крыло и в теплые края сразу. Ну, а так особых таких ничего тут не изгалялись. Водичка, повторюсь, шланг включил. Что ты, с утра включаешь его, да, Лев? Да. Он с утра включил. Чистота. Понабирал там в питьевые. Желательно, конечно, чтобы чистая была для питья. Ну, по большому счету, эти неприхотливые животные. Они где чистую залезут и будут купать. Сразу перегадят все. Да. Поэтому из калюжи. Ну, поилки все равно стоят, в поилке набирается вода. Вечерком там набрали. И вот так вот они себя нормально чувствуют. Крупные с мелкими уже попривыкли. Крупные ходят одним стадом. Ну ничего, стадо потом объединятся, да, я так понимаю? Да, да. Потому что каждый год они сперва вроде начинают выяснять, кто круче. Потом да. Подрастают маленькие. О, маленькие поменялись местами. Старшие ушли на пожрать. Да, мелкие идут купаться. Они даже не купаться. Они вот все напихивают себе в горлянку, да, набирают хавки, да. И начинают проталкивать его водой, проглатывать. Смотри, он самый наглый. Сбоку видно, как шея. Да. Все, пришел, все, молодец. И вот я смотрю, они, ну как, хоть серый гусь и считается самым противным, характер у них самый противный. Но эти у меня такие спокойные, ну, в плане, когда вот в толпе, вот эта большая густа, она, кстати, когда в толпе живут, он как-то особо не это самое, ну, не бросаются друг на дружку, нормально, не заклевывают. Самый белый. И слышишь, и знаешь, что еще прикол? Места много, как бы, да. Когда, получается, если мало места, вот выгул был не очень большой у меня, они там конфликтовали постоянно. Здесь же вы видели, эти отошли, все, те нормально ушли, и никто никого не трогает. По большому счету, ну, вообще язык находят, хотя есть у них такое, да, что они там и подраться любят, и покусаться любят, ну такие противные звери, конечно. Да, он, я вижу. А вон гусочка, она их, ну как выхаживает, высиживает. Она ходит. Она ходила с ними и ходит с самого первого дня, не отходит, а охраняет их, защищает. Они в ящике сидели, в брудере, она на брудере сверху жила. Мама их не. Да, проснулся и как заснуть не может. Так что вот так вот, если есть возможность отделить кусок площадь побольше желательно, чтобы выпас такой. Они между собой тогда не дерутся, не конфликтуют, ходят он нормально. Водичка, конечно, обязательно, да. Вот в плане воды не пожалеть места, а выделить там какую-нибудь. Вот сами раздолбали. Вот озерко сами сделали, оно было ровное, в принципе. Ты не копал, нигде ничего не делал, да? Копал. А, чуть-чуть углубил? Конечно, на штык вот так. А, ну, насколько? На штык углубил? Ну, а там меньше, чем штык. Смотри, он там лапами упирается в дно. Ну, ну как раз им хватает. А тут белый до дна достает. Ну, нормально. Они клювом теперь это... И водичку желательно, чтобы, я же говорю, если большое будет, глубина большая, будет собираться навоз, там дерьмо все. А так оно получается, они его... Ну, как... Вода всегда новая практически. В общем, вот как-то так.
летнее содержание, чтобы упростить себе. Можно вот так сотворить такое чудо, и все будет классно. На ночь тоже не надо их ни забирать, ни выгонять. Они толпой живут, и даже собаки не надо. Они охраняют дом в это же время. Да. Так что подписывайтесь на канал, разводите гусей. Самая неубиваемая, одна из самых, скажем так, неубиваемых, быстрорастущих, неприхотливых птиц на нашей, ну, в наших условиях. Всего доброго.